Тоді могли бути Алієв Ельмін, Дніпро. Це буде цікаво. Мені це страшно, оскільки я в такій категорії участвую. Какой? Зараз після цього побою я прошу представників команд підійти до столу головного судді. Будь ласка. Після закінчення цього двобою, будь ласка, представники команд підійти до столу головного судді. Go!
Фотографировал? Мах на ось фотографировал? Да? Да? Если не заметил, вроде там. Ты сфотографировал, ты ногу себе поправлял. Ты ногу себе поправлял, ты не сфотографировал мах на ось. А видел? Махнул так ногой? Да, нет. Что ж, вечер же, не принципиально, там столько будет фотографий. Я чувствую, что да. Если это только первая пара взрослых, а я чувствую, это не последняя. Последний раз я 3 часа фотографий выбирал, их было 10 тысяч, я с них оставил 700 только. Ясно. Вот, смотри, резкая реакция, тебе придется их больше, чем выбирать. Знаешь, что ты такой фотографируешь? Смотришь, он идет, надо вот... Делай, типа, да, когда рывок он делает, когда по плечам, слушай, по плечам. Да, я же на этой идее. Чуть раньше, когда он дергается. Я понял, иначе можешь не запоздать. Я так и пытаюсь. У цьому двобої перемогу отримав спортсмен у синьому куті Алієв Ельмін. Увага, представники команд, будь ласка, підійдіть до столу головного судді. Зараз перерва на 15 хвилин. Після о 16:00 будуть продовжувати змагання. Будь ласка, судді, підійдіть, будь ласка, каунтери.